Ну что, парни, поставил хлопеху, баночка. Спасибо, конечно, Егору. Все сделал четко. С первого раза не получилось, со второго как хотелось. Все глядит, смотрит зачетно. Мне нравится. Сейчас свет выключу. Вот, все работает. Приборка. Уже набирает температуру. Ну вот, как и хотел. В сторону не смотрит. Все четко. Само то. Охрененно. Ну что, классный, скажите, парни. Такой. Работает на месте, как бы, как спортач, но когда едешь, ни хрена не слышно его. Вот это то, что я хотел, да, в данный момент. С этой банкой. Я, наверное, на этой банке буду ездить. Той, как ты она, ты поймешь. Маленькая, незначительная, похожа на полтинник. Правильно? Сейчас проеду. Место так гудит, так нормальненько, мне нравится место. Слышите, как гудит? Зачетно. Егору респект. Охрененно. С места трогается классно. Такой звучок. Так. Харлея. До того звука, который я хотел, очень далеко еще, но уже что-то есть. Тихо. Главное, что тихо. Все нормально работает. Барабана не барабанит. Все четко. Короче, все. Одну проблему решили. Осталась приборка. И лобовую поставить. Ну и все, и масло поменять. Еще тормозную жидкость надо. Ручка проваливается, видишь. Надо поменять. Купил. Надо с кем-то посоветоваться. Ни разу не менял жидкость. Хер знает. Вот сам попробую на ютубе, смотрю. Работает четко. Спору нету. Решит классность места, куда трогаю. Вот так. Все, спасибо всем за просмотр.